России сейчас пишут, что ты буквально сегодня съел Роналду и не дал ему никаких возможностей. Согласен? И была ли установка персонально против него играть? Да, я думаю, индивидуальная установка на Криштиану Роналду не нужна, потому что, ну, я знаю, как он играет, какие его качества. Так что я очень доволен, как мы сегодня сыграли против очень хорошей команды Португалии. Так что, да. А есть ли кто-то в России по уровню, против кого сложнее было играть, чем против Роналду? Думаю, нет. Роналду, я думаю, один из еще топ-нападающих, так что было очень тяжело. А что дальше? Какие вообще планы? Да, отпуск? Я, честно, не знаю. Сейчас чемпионат Европы закончился. У меня договор с руководством, с агентом, что мы обсудим сейчас все возможности. У меня договор с клубом, что они меня продают. И увидим, что будет дальше. То есть клубом уже договорились, что они продадут? Ну, мы обсуждали это уже перед чемпионатом Европы, что если там будет хорошее предложение, то да, может как это сказать? Отпустить, да. А как оцениваете свой евро вот этот целиком? Какую себе оценку поставили? Да не знаю, это всегда тяжело для меня сам себе оценку поставить, но я бы сказал, что хорошо сыграл. Доволен, как поиграл в этих 4 матчах, так что доволен. Ваш агент Младен Радковец сказал, что новые предложения появились как раз. А что за предложения? Есть ли у вас понимание? И где вы продолжите, в России или все-таки это будет за рубеж, учитывая, как вы здесь сыграли? Да, если честно, не знаю. Я уже сказал, если там хорошее предложение будет из топовых клубов в России, то можно обсудить. Но я тоже хочу себя попробовать в топовых чемпионатах Европы. Но сейчас в отпуск едете и потом все-таки вернетесь в расположение Сочи или пока, уже? Не знаю, пока не знаю. Не говорил об этом еще с руководством, с клубом, так что не знаю. А про чемпионат России кто-то из команды спрашивал, как там вообще? Да, я чуть разговаривал с Биолом, потому что он там играл. Но много ребят спросило, почему, как это случилось, что мы вылетели из премьер-лиги. Вот так. Кто-то спрашивал, как в Россию перейти, может быть, в какой-то клуб? Не, если честно, никто не спрашивал. Облак, как думаете, есть шанс, что он перейдет в «Зенит», например? Не знаю, это нужно его спросить. Но потенциально это возможно? Да не знаю, я думаю, очень-очень тяжело. Не захочет? Не знаю. Понял, спасибо, Ваня. Спасибо. Хорошо.